любим вас, родные ваши лица. Вы крылья дали нам путевку в жизнь, чтоб долететь могли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Дети сказали очень много теплых слов в адрес своих учителей. Прежде всего, они обратили внимание на самое главное, на сердце учителя, которое всегда переживает, всегда стремится к тому, чтобы поделиться частичкой своего сердца с вами, чтобы вы выросли и были хорошими людьми, чтобы вы стали полезными нашему дорогому Отечеству, церкви нашей на пользу и, конечно, родителям в помощь. Хотелось бы всем вам, дорогие учителя и ученики, пожелать мира. Мира, который является залогом всей остальной и образовательной, просветительской, культурной жизни. И, конечно, хочу пожелать вам здоровья и радости, чтобы вы как можно больше радости вынесли из вот этих замечательных школьных лет в свою взрослую жизнь. Больше читайте хороших книг, больше читайте Святого Евангелия, почаще посещайте храм Божий. И хочу всем вам пожелать всего самого доброго, чтобы вы выросли, дорогие ребята, не просто приобретя какие-то знания, а чтобы действительно стали настоящими, хорошими, добрыми людьми. Христос посреди нас! И есть и